Люди добрые, я хочу теперь к люксианскому народу обратиться. Я не хочу, как они со мной поступили, как с Раплёй. Я не хочу тоже так поступать. Не хочу на Халавдейн идти, не хочу на Раклейн идти, не хочу никуда идти. Я прошу помощи вцианского народа. Кто меня поддерживает в этой ситуации? За справедливость, приехать сказать, выслушать меня, выслушать их. Я возьму икону, забожусь на своих детей, забожусь на свою семью. Как это все было, что это все было, что они зря на меня говорят. То, что я отбила его от семьи, от детей, то, что я его отбила. Я все вам расскажу, здесь все расскажу. Какой интерес будет, на все ваши интересы буду отвечать. Павлик Тавричан и Ляля, его мать, они отстранены от людей. Кто с ними будет общаться, то такие же самые будут. И кто будет без меня страм снимать, то тоже будет страмлен. И у то, что я все говорила, то все им будет. Без меня страм никто не будет снимать. Это раз. И то, что ты на меня будешь говорить, чтобы ты разговлялась со своим сыном на самые большие праздники, что есть на белом свете, на Пасху, что есть, Пас, Рождество, Новый год, что там есть, цианские праздники, и то ты будешь разговляться тем, что ты на меня будешь говорить. Спасибо за внимание, люди.